иголочка, которую я прикупила. Видите, да? Я ее собрала. Вот так она вписалась, наш тамбур. Здесь у нас тамбур наш. Вот. Коридор небольшой. Вот так у меня вписалась тумбочка моя. Небольшая. Вот такие у меня там. Видите, хорошо стоит. Я ее быстро собрала, без всяких. А это вот тоже экспресс. Вот это коврик. Вот так вот мы живем. Да. Общий коридорчик наш небольшой. Да. Вот так. Я ее вчера собрала сразу же. Вот. Здесь галоши. Сейчас пойду. Приеду и буду это чеснок сажать. Их надо тоже мыть, промывать. Но мне нужно чеснок посадить. Поэтому я их не поставила туда. Здесь все чистое. Конечно, пачкать на это не стоит. Грязное что-то ставить. Здесь только промытое, чистенькое надо поставить. Вот. Ну, вот так вот. Сегодня надо делать посадку чеснока. Обязательно. Вот так у нас такой тамбур. Так. Ну, всем спасибо за внимание. Я еще раз говорю, полочка мне понравилась, да, очень. Прям вот она не то, что вот широкая, занимает много места. Видите, какое место занимает. 3 яруса. Очень удобно. Если можно еще прикупить вторую, если у вас много народа, но двое живут, то можно купить еще одну. Узенькая, самое то. Если у вас есть такой тамбур, конечно. Вот такой, как у нас. Такой коридорчик. Коридорчик на 2 семьи. У нас такая планировочка. Спасибо всем. Посещайте мой канал Марина Жирина на Ютубе. Жду вас всех. Спасибо. Подписывайтесь. Жду вас.